Благоустройство Самарского района, развитие туристического потенциала, реализация проекта «Комфортная городская среда» ЖКХ. Как и живет и развивается Самарский район, какие проекты были реализованы в уходящем году и что запланировано на следующий? На эти другие вопросы ответит гости программы Роман Радюков, глава Самарского внутригородского района, и Сергей Рязанов, заместитель председателя Думы городского округа Самара. Смотрите нас в эфире телеканала «Самара ГИС» в четверг, 25 ноября в 20:30.